даже не убирается в камеру. Наконец-то мы пробуем нашу новую большущую коптилку. Вот решили закоптить уточек бройлерных. Пробуем. Завтра. Сегодня у нас просушка. Завтра копчение. Ставь, Андрей. Сеточку. Ну все, и на просушечку. Все. Ты вверх и низ поставил? Давай только вверх, ставь вверх, низ убавляй, низ не нужен нам. Вот, низ убавляй. Убавляю. Вот и все, верхушка нормально. Так что вот, пробуем в новой коптилочке. Быстро набирается дым. Почти в дыму. Включай. Пар включили. Все? Все. Так немножко видно, какая красивенькая получилась. Теперь доводим паром. Открываем. Та-да-да-дам. Барабанная дробь. Ну вот она только-только сделалась. Она еще горячая. А запах стоит на всю улицу. Она еще жирочек даже. Вон сколько жиру накапало. Тут вместе с водой, наверное, в перемешку, да? С парогенератора. Запах. Непередаваемый. Вот.